Установлено, что Ефремов Михаил Олегович, управляя автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, совершил нарушение правил дорожного движения Российской Федерации, повлекшее по неосторожности смерть человека. Судом назначено Ефремову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Назначение судом основного наказания в виде реального лишения свободы является справедливым и обоснованным. Вы будете обжаловать? Ну скажите, будете обжаловать? При этой атмосфере мы с первого дня были готовы. Слава Богу, же он говорит, что у меня была определенность уже. Когда прокурор просил 11 лет, он даже глазом не моргнул, наверное, помните. Говорит, слава Богу. Просто он со смехом сказал, что 10 лет дадут. Я говорю, нет, 10 не дадут, 8 дадут. А, ну, так что больше говорить вам нечего. Я думаю, потерпим уже еще. Мы заранее говорили, я четко не Ефремов говорил, что получится 8. Он сказал 10 лет, я ему сказал 8. Суд первой инстанции. Давайте подождем до кассацию. И мы же сначала знали, суд первой, второй инстанции, и на второй мало надежды. Кассация, я думаю, уже кассация решит. Но сейчас вы услышали приговор 8 лет. Как вы, согласны с этим решением? Я не знаю. Перес по здоровью вынесет. Что думаете? Для здоровья. Не готов, друзья. Спасибо вам, молодежь. Спасибо. Спасибо, Игорь. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.